Но понятно, что сейчас выйдут еще две спортсменки с претензией на первые места. Причем Юкари Наканта еще так относительно, а уж с Юнаким все ясно, видимо, на этом турнире. Что это будет, осталось только дождаться и посмотреть. Ну, я думаю, по костюму вы уже сразу догадались, что это Золушка. Шучу. Что это жар-птица Стравинского. Что сейчас музыка из балета Игоря Стравинского, конечно. Продолжит шумное действие здесь, на стадионе Берси. Попадали семечки с подсолнухов. Эх! Несчастного ребенка заставили семечки собирать. Аккуратнее надо. Ну а что уж теперь говорить мерси, теперь уж поздно, когда уже набросали на лед все что угодно. Какой уж теперь мерси. Юкари Накана тоже умеет, в принципе, прыгать тройной аксель. Не знаю, будет ли она сейчас это пытаться сделать. Еще надо будет посмотреть по протоколам, засчитали ли тройной аксель японки Мао Асада. Марина Зуева и Кумико Сато ставят эти программы.
Юкари Накано из Японии. Достойно. Достойно продолжает то, что начала в прошлом сезоне. Причем в прошлом сезоне, когда она стала Жизелью, вдруг. Это был как будто первый шажок и первый эксперимент. А сейчас настолько свободно и раскрепощенно себя эта девушка чувствует под музыку Стравинского. Ну, честно говоря, невозможно об этом не сказать, потому что все вы наверняка помните, что было раньше с Юкари Накано. Да, поистине чудеса. Ну, не делала вариантов никаких с тройным акселем, зато начала сразу с двух двойных акселей свою программу. Так, для разминки. Такой простой, в то же время яркий костюм у Юкари Накано здесь, в этой программе. Мне кажется, удачный. Не знаю, нравится ли вам. В своей карьере больше 116 баллов она еще никогда не набирала, учитывая, что Мао Асада здесь набрала 115 баллов. Конечно, обогнать ее будет тяжело, но Юкари сделала все для того, чтобы это случилось. Но нет, не хватает. 106 баллов она получает, 48,57. В частности, 3 балла она проигрывает по компонентам Асада, а по элементам и того больше. Таким образом, 10 баллов ей не хватает, чтобы остаться хотя бы второй. Таким образом, Юкари Накано становится третьей. Мао Асада минимум вторая.